Здравствуйте, подпишитесь на канал, смотрите эти видео в 4К. Так, четырехцилиндровый, четырехтактный нарядный двигатель с масляно-водяным охлаждением, 4 клапана цилиндр. Так, диаметр и ход поршня 80 миллиметров и 49 на 7 миллиметров, рабочий объем 999 куб сантиметр. Так, максимальная мощность 121 киловатт, 165 лошадиных сил при 11000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент 114 км при 9950 оборотов в минуту. Степень сжатия 12/5 и 1. Так, смесообразование, электронный выпрыск, выпускной коллектор и цифровая система управления двигателем БМСО с электронной системой подачи топлива. Очистка отработающих газов, регулируемый трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Есть. Ходовые качества, расход топлива. Максимальная скорость 200 км в час. Так, расход на 100 км согласно стандарту 6 на 2 литра. Тип топлива неэтилированный бензин, супер плюс, этанол максимально 5%, ОЧ 98, антидетонационный индекс 93. Генератор с постоянным магнитом 450 Вт номинальная мощность, аккумуляторная батарея 12 Вольт и 8 АЧ, не требует технического обслуживания. Так, сцепление, многодисковое масляное сцепление антихоппинг с самоусилением. Так, коробка передач с 6 передачами с переключением кулачковыми муфтами, интегрированными в картер двигателя. Цепь 525-17-45. Система управления тяговым усилием ДТС есть. Ходовая часть, тормозная система, рама открытого типа с алюминиевым соединением с несущим двигателем есть. Передняя подвеска, телескопическая вилка перевернутого типа диаметром 45 мм с регулировкой предварительное натяжение пружины и регулировкой хода сжатия и отбоя есть. Задняя подвеска, алюминиевый маятник, центральная амортизационная стойка с регулировкой хода предварительное натяжение, а также хода отбоя и сжатия есть. Так, ход пружины спереди и сзади 120 мм и 117 мм. Колесная база 1450 мм, кастер 96 мм. Так, колеса алюминиевые литые диски. Так, переднее колесо 3 на 50 и 17. Заднее колесо 6 на 17. Передняя шина 120 и 70, ZR 17, задняя шина 190-55, ZR 17. Передний тормоз, двойной дисковой тормоз, диаметром 320 мм, четырехпоршневый неподвижный суппорт. Задний тормоз, однодисковый тормоз, диаметром 220 мм, однопоршневый суппорт с плавящим скобой. Система ABS, BMW Motor Rod Integral ABS есть. Поговорим о размере массы. Высота сидений 830 мм. Низкое сидение 810 мм. Высокое сидение 850 мм. Внутренняя кривая нога при серийной комплектации 1835 мм. Полезный объем бака 16 на 5 литров. Из них резерв 4 литра. Длина 2090 мм, высота без зеркал 1115 мм, ширина 812 мм.
Так, масса без нагрузки в готовом к движению состоянии с полным баком 199 кг. Допустимая общая масса 407 кг. Полная нагрузка, серийная комплектация 208 кг. Так, стандартная комплектация, поговорим, что есть светодиодная фара, три режима вождения, Rain, Road, Dynamic и HESC, ABS Pro и DTS, есть TFT дисплей с функцией Connectivity, есть регулировка положения руля, есть. Так, а насчет дополнительного оборудования и специальной принадлежности, да, вы можете ознакомиться на сайте вашей страны, в магазинах, либо в автосалоне. Ставим лайк, да. На последнем вы видите другие модели, мотоцикла BMW, да, ставим лайк, не забываем подписаться, да.